привет на канале Ассортимент. Сегодня мы будем с вами готовить новый ароматизатор для дома. Итак, что нам понадобится? Давайте будем делать постепенно. Я беру емкость, например, вот такую вот вазочку. Вы можете взять что-то подобное. Дальше я беру морскую соль. Можно крупного помола, можно мелкого помола. И буду насыпать в мою емкость. Так, вот столько, 3 ложечки достаточно. Дальше я буду брать натуральные масла. Ароматизатор полностью у меня будет натуральный. Так, дальше я беру, у меня есть масло виноградных косточек. Это будет масло основа. Добавляю его на соль. Оно сейчас впитается и будет хорошо держать наш запах. Масло виноградных косточек не имеет выраженного запаха, зато как основа оно хорошо будет держать другие ароматы, и оно не такое летучее. Так, вот таким вот образом у нас пропиталась соль, видно. Дальше будем с вами добавлять масла, которые имеют запах. У меня есть вот такое вот имбирное масло, у него очень приятный запах. Такие масла вы можете найти в аптеке. Добавляем также сюда у нас побольше. Очень приятный запах, ребят, очень классный. Свежий, и в то же время имбирь у нас имеет такие антимикробные свойства, имеет приятный запах, поэтому используйте его, и это будет полезно для здоровья. Так, дальше у меня есть масло апельсина. Оно очень классно пахнет. Это массажное у меня масло, вот такое вот, но оно с апельсином и имеет очень приятный аромат. Я его также сюда добавляю. Вы можете взять эфирное масло. Масла получаются сверху. И вот такая вот основа. Дальше что я буду делать с вот этим вот вазончиком? Вот такие вот длинные шпажки, они бамбуковые, есть у каждого дома. Это для мяса, для шашлыка или для рыбы. Итак, я беру вот эти палочки и сломаю их на две части, чтобы было удобнее, потому что баночка коротенькая. И будем вставлять с вами вот такие вот палочки. Смотрите, какая смесь уже получилась тягучая. Такая вот она интересная. И очень классно пахнет. Так, и вставляю сюда свои палочки. Вот так вот, чтобы было красивенько. Через палочки будет хорошо проявляться запах. Через день-два он пропитается и вообще будет шикарно пахнуть. Получился вот такой вот у меня аромадиффузор. Запах у него уже нежный, потрясающий. Я его поставлю в ванную комнату. Сейчас приступим к следующему аромадиффузору. Итак, ребят, делаем с вами следующий ароматизатор. Я беру вот такую вот креманку, либо же берем какой-нибудь вазончик. Также на дно сюда добавляю морскую соль. 3 чайные ложечки достаточно. Следующий очень приятный ингредиент, это будет молотый кофе в пачке. Если у вас есть в зернах, можете положить в зернах. В зернах даже лучше. Я его не буду сильно перемешивать. Дальше я также беру масло виноградных косточек, можно еще взять масло авокадо, вам нужно масло основа. И добавляю вот сюда, чтобы оно пропиталось. Пропитывается быстро, поэтому очень просто готовится. Дальше я буду добавлять свои любимые ароматы. Вот такой вот летний аромат и вот такие вот духи. Вы можете добавить свои любимые духи, будет просто восхитительный запах. Это у меня туалетная водичка, она будет быстро выветриваться, но тем не менее запах будет хороший. И следующие духи добавлю. Это очень приятный такой аромат. Я люблю смешивать, экспериментировать. Масло основа впиталось, поэтому я еще немножко добавлю масло виноградных косточек. Вот такая вот у меня получается смесь. И также я беру палочки бамбуковые, делю их напополам и тоже их раскладываю в нашу смесь. Получается очень приятный аромат. Так, второй запах готов. Первый аромадиффузор также готов. Вы можете их расположить в разных комнатах. Можете такой ароматизатор поставить в шкаф на время с одеждой. И сейчас я вам покажу еще очень классный лайфхак, как держать очень приятный запах в шкафу, либо в других местах. Также в санузлах можно использовать. Это вот такие вот бомбочки. У меня вот такой вот фирмы бомбочки. Я покупала их в Европе. Очень приятный запах.
Она, несмотря на то, что в упаковке, пахнет просто потрясающе. Вот такую вот бомбочку можно класть куда-то в шкаф, в какие-то места с полотенцами, просто в санузел на полочку положить, в ванную комнату. Запах у вас будет просто потрясающий и держится очень долго. Диффузорчики я поставлю в комнату. Также на канале есть выпуск, я оставлю ссылочку под видео, как сделать другой ароматизатор своими руками. Стоит дешево и очень приятно будет пахнуть. И вот такие вот натуральные ароматизаторы будут радовать вас каждый день. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал. На нашем канале очень много выпусков и рецептов с полезной информацией. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, что вы думаете, пишите ваши лайфхаки. Всем пока!